Доброго утра, у нас сегодня завтрак, аж в 9 часов почти. Григорий спит, так что я сама не бужу его, пока каникулы. Так, на завтрак яичница. Я люблю жидкую, поэтому сейчас хлебом буду макать, чай и будет хлеб с маслом еще. Так, смотрю новости, потому что только включила Инстаграм, а там уже скорбим по поводу Кемерова. Сейчас буду слушать, что случилось. Это мое. Да, мы тут пофотографировали. Гриш, ну ты же не в комнату, садись здесь. Ой, Григорий, тебе нравится? Только что вот это тебе рассыпалось. Да. Это не я. Я готовлю обед, у нас будут макароны по-флотски, воду на макароны поставила, а здесь у меня ливер и морковка обжаривается. Ливер размораживала, это домашний, вот, посолила его, поперчила, и сейчас его обжарю с морковкой. Лук, к сожалению, закончился, еще немножечко чесночка добавлю, и будут вот такие вот макарончики. Гриша удочку принес. Будем сейчас обедать, а потом Гриша пойдет на рыбалку. Но сначала, наверное, еще пропылесосишь. Ну да. Да, потом будем рыбачить. С деньгами, что ли? С деньги положу. Нифига себе взяла салфетки. Григорий ищет червей. Все, ты на рыбалку? Да. Чай. Что там есть? Вон, вон, вон есть. Пара штук в одном пучке. Пучки. Все? Да. О, на один упал. Пару штук в одном пучке. Угу. Потом придешь, он лавочку приподнимешь, там 100%. Ну я тоже знаю. Я тут намываю машину, заодно слежу за Григорием, он вот там вот рыбачит. И, конечно... Вот это чистая сторона, вот это вот грязная. У нас, конечно, разница до и после очень большая. Сейчас Сержиня мне водички принесет. Марсик тут с нами. Весь побитый, подратый, уже дрался с кем-то. Так, ну все готово, машина вымыта и даже внутри немного помыла. Все мытье затеяло из-за того, чтобы коврики положить, потому что... Не хотелось их совсем уж грязную машину ложить, поэтому вот как-то так. И что хотел сказать, у нас еще тут, не знаю, что оно горит, что-то горит, в общем-то, падают вот на мытую машину черные эти. Как будто камыш, знаете, горит, и вот все эти хлопья вылетают. Не знаю, вам слышно, как птички поют? В Краснодаре даже уже расцвела жердёла, но абрикосы, да, у нас еще нет. У нас еще только почечки. Цветов еще нет, это хорошо. Чем позже, тем лучше, потому что у нас, конечно, заморозки бывают, поэтому как раз в это время, так что жердёлы, абрикосы у нас редкость. Ну вот местная, да? На небе тучи зашли, знаете, это называется «помыла машину, вызываю дождь». Так, тут родня просила меня присылать кекс с майонезом. Я как-то его и здесь, по-моему, готовила. Давно, правда, его не готовила. 200 грамм майонеза, 3 яйца, стакан сахара, 2 стакана муки, пол чайной ложки гасоношенной соды, изюм или орехи. Очень вкусный кекс. Сначала яйца с сахаром по классике жанра взбиваются, потом туда майонез. Мука с содой и в конце уже изюм или орехи. В общем, очень вкусно. Можно как в большой форме выпекать. Печется он, правда, в большой форме аж 40 минут. Но это того стоит. Он очень вкусный, такой влажный получается. Мне он очень нравится. И рецепт такой быстренький, знаете. Сейчас я готовлю говядину. Не знаю еще с чем. Хочу с гречкой. Посмотрим сейчас с чем. Сначала ее потушу, потому что она достаточно жесткая. Лука нет. Поэтому тушу только с морковкой, вода и, может быть, еще гречки сюда немножечко насыплю. В общем, сейчас по настроению будем смотреть. Да, все-таки у нас гречка с говядиной и с морковкой. Вот, Сейчас прям на сковороде решила все это приготовить. Воды потихоньку доливаю, чтобы гречка была... То есть долила, она выкипела, я опять немножко долила, потому что залила сразу воды, даже не померив, сколько там стаканов или в говядину, поэтому гречки насыпала тоже на глаз. Поэтому вот сейчас воду регулирую, чтобы гречка все-таки была такая рассыпчатая, а не разварилась вообще просто вот навсегда. Поэтому... Все, я тебя снимаю, улыбнись. Это сегодня будет холод? Нет, он был в обед, уже закончился. Что, Афанасий, ты хотел сказать? Пасха? Каша. Каша. Да. Не каша, это гречка. Мясо, да? Мясо. Мясо. Будем резать кулич. Да, деда, то. Иди режь. Ну тебе сюда иди. Мам, давай ты один кусок. Я порежу. Подожди. Давай я. Давай, подожди, его же нужно. Мам, потом я. Надо, резай, Антош. Подожди, Афонь, убирай руки. Руки убери. Угу. Все, руки, сына, все. Круто? Очень круто. Смотрите, какой у меня кусок упал. Да, она прям так отваливается. Потому что он влажный очень. А я съела вот это, что тут. Да? Ну, нет, дадите ли вы там... Да, папуль, ты тут сам нарезай, а то дети это сами по себе, знаешь. Много-много? Да. Так тогда садись, пожалуйста, хорошо? Присядь и кушай, ладно? У нас осталось всего 2 куличика. Родне повезем так, но этот точно с изюмом, а этот какой? А этот тоже с изюмом. В общем, творожных уже не осталось. Что? Это вот этот как-нибудь цветы как-то прилетели, слиплись, они как-то расцвели ушки. Пасок? Так, у меня тут пряники, дети гуляют. Афанасий Сергеевич. Гриша на карате, папа на волейбол. Да. Афань, ты опять дерешься? В 9 часов, сейчас вот только 8. У меня тут пряники, буду пробовать в технике состаривания пряники. Такой будет прованс. Ну, надеюсь. Вот, в общем, уже залила. Вернее, кистью нанесла айсинг. В общем, очень интересная техника. Покажу вам, что получится. Слушай, Кемерово, мы с тобой по первой смотрели, все, по-моему, передачи вот эти вот пересмотрели. Страшно, конечно, очень. Очень страшная ситуация. Если честно, с утра проснулась, Сержиня мне что-то сказал, что-то там в Кемерово горело. Вот, потом я зашла в Инстаграм, там много постов, либо просто темный фон, либо свечки. Потом я включила новости, и, конечно, это, когда я смотрела именно кадры с мобильных телефонов, с камер, вот это было, ой, самое, особенно когда страдают дети, вот для меня вот это, конечно, да, нет слов. Что? Антон тебе сломал Халка? Да. Ты вы... Голова сломалась? Да, вы валите. Понимаете? Да. Понимаю. Так нельзя делать? Да, а гухи лама. А что надо ломать? Надо только дрова. Дрова? Да, колить. Колоть? Да. Так, я тут наделала розочек из остатков айсинга. Вот такие красивущие. Вот такие вот пряники в стиле, не знаю, Сержиня, конечно, не понял этот прованс, стиль потертого дерева. Вот такой вот он интересный, вот здесь вот особенно заметно. Бантика, ленточки, конечно, не хватает. Я бы даже сюда кружево. Надо завтра выехать. Дети, не кричите, пожалуйста. Завтра поехать кружево в магазинах посмотреть, продается ли оно у нас или нет. Слушаю рассуждения по поводу случившегося. Угу. Ну что, сегодняшний день заканчивается. Слышали сегодня целый день новости, и дети, и я, в общем-то, вот так вот бывает. Сержиня всегда против, чтобы оставлять детей на игровых площадках. Вообще против. У меня иногда были мысли оставлять их, чтобы пойти куда-то развлечься, но он говорил сразу, что нет, я никуда без детей не пойду. Вот. В общем, берегите своих близких, обнимайте почаще детей. Будьте счастливы. Всем пока.